Итак, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию нашей рубрики. Пускай будет угадайка, я до сих пор не придумал название для нее. Почему я так завелся? Потому что вы у меня такие молодцы, то что у меня аж пятка прямо сейчас зачесалась. Ребята, вы для меня построили очень даже много различных карт. И прямо сейчас я нахожусь на одной из них. Капитан Барбоса! Здорово, здорово! Как я вижу, подписчик, который построил мне вот эту карту, очень большой фанат, потому что не все знают про капитана Барбосу. Господи помилуй, что там такое? Ладно, давайте отправимся туда и посмотрим, что мне этот подписчик настроил. Я вижу то, что там уже Игорь немножко накукошился. Игорь, держись, сейчас мы тебя откачаем от передозировки. Ребятки, кто не знает, что это за рубрика... Я ее начал совсем недавно, это вторая серия, и в описании есть ссылочка на тему ВКонтакте, где вы можете строить такие же карты для меня, и я обязательно их пройду. Я не буду опять 5 минут объяснять, в чем заключается суть этой рубрики. Посмотри, пожалуйста, этот ролик прямо сейчас до конца, не перематывай, сволочь. Посмотри этот ролик прямо сейчас до конца, и ты поймешь, в чем будет заключаться суть этой рубрики. И любой, даже ты прямо сейчас можешь построить мне такую карту. 3 комнаты, 3 ребуса. Я буду должен по словам угадать, что это за комнаты. Я обязательно поиграю на твоей карте. Главное, построй. Досмотри до конца, и ты поймешь концепцию всей вот этой рубрики. А я потопал прямо сейчас. И также ставь лайкокос. Не будь сракокос. Лайкокос, подписос, огогос, молодос. Ай, какой ты будешь красавчик или красавица. Если ты поставишь лайкусик, наберем 30 тысяч лайков. Я обещаю то, что хоть завтра выйдет следующая серия. Вот, ребят, готовы ли вас поделить хоть 2 ролика в день? Все зависит только от вас. Игорь! Ну жопа ты алкашная. Ну как так? Ну как так? Подписчик, почему ты споил Игоря? Стефан? Почему он похож больше на агента 47 из Хитмана, нежели на Стефана? У меня такой вопрос складывается. Ну ладно, это как бы не мой бизнес, не мои дела, не моей компетенции, поэтому я сваливаю отсюда. Влад! Влад построил эту карту. Влад Перец. Господи помилуй, что там, на меня метеорит какой-то летит или астероид? Здорово! Здорово, Влад! Здорово, здорово! Здорово, Влад! Спасибо большое, то, что конячку для меня припарковал здесь. Так, что у нас тут есть такое интересное? Продавец. Скажи своему другу, что я продаю яблоки уже 20 лет. Тут нет персиков. Тут нет персиков, потому что он продает яблоки. Тю-тю. Потопали отсюда. Идем сюда. Что здесь написано? Дальше хейтеры. Минус 1 000 000. Идти не нужно. Какие хейтеры? О чем... Рип, троллинг, импровизация, безумные ученые, раскопай меня. О, господи, я боюсь раскапывать, что тут такое? 69. Слушай, я уже обожаю эту карту. Влад, который построил эту карту, ты прям огромный молодец. Реально, мне уже очень нравится. Меня прям переполняют эмоции, потому что я никогда в жизни не проходил карты от подписчиков. И тем более те карты, где реально подписчики меня могут троллить. Влад, ты большой молодец. Ну и зачем ты меня раскопал? Потому что ты меня попросил, Влад! Хей, я Влад, создатель карты. Ты готов отправиться в первую комнату? Конечно, почему бы и нет? Конечно. Вжух-вжух. Так, ага. Вот оно где было. Значит, я был тут... Твою мать, Влад! Я не... Влад, ты извини меня. Я очень благодарен тебе за карту, но я у тебя немножко рукожоп. Влад, извини, пожалуйста. Держи цветочек. Ты пыхни меня еще раз туда. Опа, зашибись. Первая комната. Что ты мне скажешь, Влад? Не-не-не, я еще не готов ко второй комнате, я еще даже в эту не зашел. Так, хорошечно, хорошечно. Что тут написано? Все, ребят, вот сейчас начинается вся рубрика. Должно быть 3 таких комнаты, и в каждой комнате ты должен построить для меня какой-то ребус, какую-то загадку, какой-то сюжет. И вот по этой комнате я прямо сейчас должен угадать, что Влад для меня загадал, одно какое-то слово... Я должен угадать, что это такое, переименовать вот эту бумажечку и засунуть ее в этот сундук. И в конце мы узнаем все результаты. Если я угадаю 2 из 3 комнат, значит я выиграл. Если я угадаю только одну, значит Влад выиграл. Тут есть 3 подсказки. Первая, вторая, третья. Буквы.
Я, наверное, сразу нажму. Хотя нет, я сначала подумаю, что это может быть такое. Подсказки я буду нажимать только в крайних случаях. А сейчас я должен догадаться, что это такое. Я стою с собак. Какие у меня варианты могут быть, что Влад от меня хочет? Это или друг, это или перчик. Потому что я называл свою собаку так на стримах, когда она у меня была в сезоне выживания. Или это Люся, моя собака из Португалии. Поэтому я не знаю, давайте мы хотя бы посмотрим буквы. Четыре буквы! Четыре... Это Люся, смотрите, я могу посмотреть сейчас первую загадку, я могу посмотреть вторую загадку. Но я же not stupid, I'm genius! Кто смотрит мои стримы, тот знает то, что I'm fucking genius. I know отгадать hard words. Поэтому я уверен, то, что это Люся. Люся. Влад, что ты сделал? У меня не хватает опыта, чтобы... Влад, у меня опыта не хватает. Опыта не хватает, чтобы переименовать бумажку. Влад, ну как так-то, а? Опа, спасибо, спасибо. Нужно это все продумывать, нужно продумать. Так. Идем сюда. Я уверен в том, что это Люся. Я... Окей, возможно, я ошибаюсь. Но здесь 4 буквы. Я стою с собакой. Поэтому Влад, мне кажется, не тю-тю. Он точно загадал Люсю. Все, хорошо. Я выхожу из этой комнаты. Первую комнату мы с вами прошли. Вторую... Да! Я еще со стороны не заканчивал. Нет, давай, все, вторая комната. Вжух. Вжух, значит. Господи, помилуй. Влад, перец. Что ты для меня тут подготовил? Что здесь написано? Ну, это подсказки, подсказки. Так, у меня сразу несколько предположений, что это может быть такое. Это или моя рубрика операции, или это рубрика «Безумные ученые», которая очень даже давненько была у меня на канале. Только у меня такой вопрос. Почему здесь стоит врач, а почему здесь стоит повар? Повар! У меня предположение такое, Влад, возможно, ты хотел изобразить повара-каннибала? То есть вот этот врач вырезает кишочки, почки, сердечки, легкие, передает вот этому повару, а повар варганит, я не знаю, варганит обед? Окей, подождите, давайте я хотя бы узнаю, сколько здесь букв. Давайте так. Безумные ученые! Я уверен, то, что это безумные ученые. Держи яичницу в глаз. Да вот, держи. Безумные ученые. Так. Безумные ученые. Я уверен, то, что это правильно. Просто уверен. А куда мне это ставить? Ага, вот сюда. Влад. Я надеюсь, мы с тобой друг друга понимаем. Только я не понимаю, почему здесь повар. Это не ученый, это повар. Но... Я всегда бы хотел быть поваром, поэтому я тебе прощу. Давай, Влад, в третью комнату. Символично, символично. Влад постарался. На самом деле, мне даже интересно посмотреть, где этот биом. Это просто обычный биом, да? Прикольно ты построил, прикольно. Окей, давай в следующую, последнюю, третью комнату. Да, готов! Третья комната, вжух! Ядрёна мать, подожди, Влад. Ты что-то тут... Ты немножко... Что ты мне тут настроил? Что за арена? Куда я попал? Что за мельница? Что там так... Чё за цирк? Куда ты меня отправил? Это дурдом какой-то. Есть какой-то меч. Подождите, я пока ни хрена не понимаю, что он не хочет. Здесь много бумаги, хорошо. После завершения сюда. Я пойду, не переживай. Ребят, ваши предположения напишите, пожалуйста, в комментах, что это может быть такое. Часы, меч, сокровище. Похоже, это часы, меч похож на какую-то стрелку, которая указывает вот сюда, а здесь у нас сокровище. Сколько букв? Ты охренел, Влад! Ты по жопе давно не получал или двойку по химии? Какие? Раз, два, три, четыре, пять... В первом слове 5 букв, во втором 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 букв. 5 и 11, 16 букв. Часы, сокровище, нет. Ребят, есть у вас какие-то предположения, потому что у меня нет. Часы или время? Сюда подходит время.
Время. Да. Время путешествий, время приключений. Первое слово 100% время. Время приключений. Время приключений! Я, наверное, рискну, или я возьму подсказку. Нет, я не буду брать подсказку, потому что я уже две комнаты из трех отгадал. Я должен дать шанс Владу. Время приключений. Все верно. Я надеюсь, что все подходит. Хорошо. Сюда и вот сюда. Три комнаты мы прошли. Хорошо, Влад, давай результаты. А, что там было у нас? Первая комната я не помню, вторая безумные ученые, третья время приключений. Окей. А, Люся. Ну вот ты завершил мою карту. Вот итоги. Люся, безумные ученые, время приключения. Думаю, это было легко. Спасибо и удачи. Это хоть и было легко, но меня реально переполняют эмоции из-за того, то, что насколько у меня подписчики молодцы. А Влад построил эту карту примерно за несколько часов для меня. Полностью это все простроил, подготовил для меня задания, хоть и были простенькие, но я с удовольствием их всех прошел. Ребята! Это гениальная! Genius просто рубрика! Я хочу продолжение, я хочу выпустить новую серию хоть завтра. Во мне опять загорелся какой-то огонек. И я опять хочу клепать ролики по 2 штуки в день. Ставьте огромные лайкусики прямо сейчас и подписывайся на канал прямо сейчас, если хочешь продолжения. Если мы набираем 30 тысяч лайков, я обещаю то, что я сразу же выпущу следующую серию. И также ты можешь построить для меня свою собственную карту, отправить ее по ссылке в описании в тему в группе ВКонтакте. Также подписывайся на группу ВКонтакте. Конечно же, подписывайся на мой канал. Я скажу всем вам огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.